Всем привет, ребят! Ну что, вот и настало время теста на максималке. Я не записывал вам вчера видосы все, я и так вам дофигища уже видосов накидал. Я люблю вам разнообразие на канале показывать, разные варианты, там таланты и прочее. У нас сегодня вот такая вот сборка будет. Многие писали, что вот герой говно. Ребят, вы сначала разберитесь, посмотрите, что он может, как он может и какие у него функции. Не играя героем, там поставив один талант, вы никогда не сможете. Вот многие писали, что вот ИСО ему надо ставить, он будет имбовый. Нафига ИСО, если у него ограничение входящего урона, лучше ему жизни добавить. А все равно с ИСО я вам показал явно, что героя будут также бить. Офигенный музончик. Кому понравился, ставьте лайк. В общем, ИСО дает жизнь, дефа, но все равно это то же самое, что и Фрейя поставить. По поводу чарки, там тоже мы тестируем, я тестирую всегда. Чары разные есть, но пока мне победный понравился больше, потому что та чара дает деф, который по сути ему тоже не нужен. Плюс та чара дает вроде отхила больше, но здесь за счет урона отхила тоже нормально получается, и плюс урон обалденный. Это вы сейчас увидите. В общем, у нас будет такая сборка 13-13, 30-й прорыв. То есть он у нас на максимальном прорыве уже. То есть больше вы уже ничего не получите. То есть это максимум. Ну, пока. Статки у него довольно-таки приличные. То есть, как видите, в районе ляма прибавочка, 50-ка атаки. Но у нас сейчас будет очень весело. У нас будет увеличение крита за счет эмблемки. Не делал я девятку, надо, кстати, камешки надо вообще посмотреть, что у нас продают. Восьмые эмблемы продают 150 штук, сейчас мы сошли. Так, о, куча героев надо будет на допов позабирать. В общем, о, ничего себе, неплохой такой пак. Офигенный музончик. В общем, поехали тестить. Сборка я вам показал. То есть интересная сборка, нестандартная. Вы знаете, я люблю всегда соли пить. Всем максимальный деф и вперед погнали. Здесь этого смысла нету. Здесь можно собрать дамаг обалденный, можно собрать какую-то универсальность. В данном случае у нас стоит уклонение плюс крит, и этого в принципе должно хватать. Единственное, чего он боится, это стан. От стана у нас есть слон. Поехали. Поехали, начнем с рейдов. Посмотрим. То есть сборки разные для героев есть. Многие пишут, вот Огник его шатает. Может, Огник его шатает, но этот герой намного универсальный. Огника там можно заморозить, этого героя вы не заморозите. Тем самым он может многих героев слить. Многие писали по поводу недомогания. Вот недомогание, два недомогания, его слили. Так любого героя с недомоганием сливают. А вы посмотрите, какой сейчас кайф от героя, который универсальный. То есть мы ищем не обычного героя, вот недомогание, да, и Огника точно так же могут слить. Можно поставить выживание эмблемой. То есть ставите выживание и все. И как бы есть шанс, что он отхилит себя и успеет. Ну вот посмотрите, он разобрал 5 героев. Да, он Огника не сольет. Но он Огника не сольет не из-за того, что он не прокачан, не проточен так, как надо, а из-за того, что недомогание режет отхил. То же самое мы можем, кстати, давайте протестируем. Может, мы еще попадем на кого-то. Мы просто сделаем, я сделаю, покажу вам, что такое герой с недомоганием. Да, у нас урон будет немножко выше по нем. Но чтобы вы просто понимали, у меня, допустим, там на Фрейе, на Огнике, на ПВП-локации тоже ставлю недомогание. Потому что это топовая чарка, которая на сегодня на ПВП-локации, которая режет, просто режет отхил. И вот для любого игрока, если у него есть в пачке, вот кто в ЗБ бегает, если в пачке есть недомогание, ему намного проще убить там топов, потому что они не отхиливаются. Эмблема, точнее чарка, режет на 100%, то есть отхил. Вместо миллиона вы отхилите там 100к, да, то есть в этом плане это имбовая чарка. И с ней, если мы сейчас, конечно, найдем такого же Огника, попробуем, с ней вы будете тоже офигенно тащить. То есть один на один можно будет даже посмотреть, кто кого, мне самому интересно. Просто вопрос, как оно будет срабатывать. У Огника срабатывает один раз и хилится все хп. У этого же срабатывает каждый раз отхил. Вот видите, 220к, опять же.
его ворожай режет. То есть тут Фрейя бьет. А вот когда не режут, он обалденно отхиливается. Так, этого мы не пройдем. Сейчас попробуем найти так, чтобы у нас остался огник. То есть тут стоит выходить из того, что я вам показал тест 1 против 20, когда герои без чарок, без всего. Вот это называется тест 1 против 1, какой герой сильней. Вы можете нацепить на героя, даже на обычного простого героя, нацепить недомогание и потом кричать, он будет сливать у вас огника, потому что огник не может, или того же самого ворожая, у него не будет отхила, вы будете кричать, блин, да бочка имба. А вот универсальность, в плане универсальности, немногие герои могут такое чудить на таком расстоянии. Он бьет по всей карте. Это уже плюс. Он бьет массово, он парализует, он имеет кучу иммунитетов. Многие там пишут, вот-вот, ты типа его, ты типа хвалишь, там начинаешь, пиаришь. Сейчас увидите, что будет. Вот огник у нас остался и Фрейя. Посмотрим. Можно поставить недомогание, и он, в принципе, должен тащить. Ну вот, видите, где огник делся? Куда он пропал на расстоянии? Почему он не убил этого героя? Почему он не отхилился так, как должен? Потому что у нас стоит недомогание. Ой, отлично. Вообще, вообще четенько. Смотрим. Конечно, там есть Фрейя, которая, вот, опять же, меня бьет недомогание. У нас еще и смотритель просто. Ну ладно. У меня есть недомогание, вот. Оно вот из-за недомогания у меня нету отхила. И то же самое и у огника, у любого героя будет. Поэтому перед тем, как, ну, что-то писать, либо критиковать, либо рассказывать, изначально узнайте, какие параметры у героев и что вы ставите против чего. Вот здесь отхилы пошли, все, я ничего не смог сделать. Меня слили, потому что недомогание. То же самое я выпустил бы, давайте ради интереса поставим огника. У меня есть тоже огник. Классный герой, все, никто не говорит, что огник херня, этот герой топовый. Каждый герой имеет свое предназначение. Вот кто-то хотел СО, вот просто, просто жесть. Да, его не будут сливать, вот для огника СО заходит, потому что у огника пропадает иногда ограничение. У этого не пропадает никогда. Разница тут 10к, там 30к. Поехали. Поищем еще. Тут у нас спанчбоксом. То есть каждый герой имеет свою универсальность. Вот у меня тоже огника стоит недомогание. Но вот сейчас включится ледяха, и где мой огник? Он просто стоит, ничего не может сделать. Он даже никого не убивает. Вот та же самая картина, посмотрите. Где мой отхил? Почему он себя не хилит? Ой, минус 700, 30-й прорыв, что же такое? Не тащит? Не тащит, он и не будет тащить. Вот поэтому его слили. То же самое этого сейчас сольют. Но он будет бить даже его, если ледяной захреначит. Вот посмотрите. Вот то же самое, космо уже, к сожалению, включился. Но посмотрите, у этого отхил идет. То же самое, недомогание, все, стан. Что стан проходит, вообще непонятно. Ну, там его запарализовали. Все. То же самое, что и огник. Так, какая может быть речь о том, что этот хуже, тот лучше? Все зависит от того, как у вас прокачаны герои. Поэтому, знаете, тестировать и рассказывать, что вот он не тащит, надо на нулях. Окей, с этим мы решили. Поехали, найдем хорошего противника. Я надеюсь, хоть какого-то. Так, отлично. Вот есть огник. По-моему, против него, кстати, и нападали. Теперь посмотрим такой вариант. У меня будет с недомоганием. Видите, вот та же самая картина. Там еще и Фрейя нас дамажит. Ну вот сейчас посмотрим. У меня тоже недомогание есть. Или это другой какой-то. Вот мне нравится здесь урон. Посмотрите, какой урон обалденный. У нас осталось... Посмотрите, где это? Посмотрите на Фрейя. Фрейя там успевает отхилиться. Но он тоже сейчас будет. Мы слили Розу, мы слили других. Огник может этого и не сделать, потому что Огник не настолько дамагер, как этот. У этого дамага хватает. Вот опять недомогание. Вот Фрейя.
спасла, блин. Вот жалко, надо с Фрейей попробовать, если сможем зайти, найти на его. То есть вы смотрите с плана убиваемости универсальности. Да, он своих денег однозначно не стоит. Многие герои своих денег не стоят. Но он хотя бы универсальный и что-то новенькое на сегодня. Вот я из этого и говорю, что это действительно обалденнейший герой. Каждый имеет право на свое мнение, как бы, ну, не все могут его потестировать и получить, но я тестирую очень много героев, как вы знаете. И я могу вам сказать, что таких героев очень мало. Точнее, нету. Вот посмотрите, сейчас вот на мне недомогания нет. Посмотрите на отхил. Нету? Не, все нормально, тоже парализует. 4400. 4400 у нас идет отхил из-за того, что у нас на огнике 10, 44%. Вот поэтому мы 4400 отхиливаем. Мы больше не можем. Но и вот вам огник. Где? Слили его, слили. То есть, выходите с варианта того, что он получает отхил от нанесенного урона. То есть 10к, соответственно, 4400. А если... Так, блин, тут я не знаю... Давайте так запустим, посмотрим изначально. А тут космос воодушевления. То есть тут сравнивать даже, ну, я не вижу смысла. Огник по-своему хорош, тот по-своему хорош. Но, как по мне, огник реально не настолько универсальный, как этот. Так, тут тоже воодушевление. Вот, отлично. Фрейка. Попробуем зайти через... Давайте, ладно, давайте попробуем сразу же. Есть недомогание. Иди тоже. Он сейчас бьет юнита, у него отхила нет. Нормального. Как только он сливает всех юнитов, тогда у него начинается отхил. Это его минус. Я не говорю, что это просто мега там. Да, это его минус, но он бьет юнитов. Он сливается, то есть юнитов надо выбирать. Тогда у него будет полноценный отхил от героя. Так. То есть тут много факторов, которые надо учитывать. Есть герои, вот опять же, недомогание. Все, тут какого бы я героя не выпустил, пока оно работает, у него отхила не будет. К сожалению. А вот сейчас пошел отхил. И да, отхил реально крут. Он всех слил. Вот опять недомогание срабатывает. И я нифига не могу сделать. Я просто не получаю отхила. К сожалению. Вот как только спало, я включаюсь, я нормально хилю. Появилось, не хилю. Это не проблема огника. Того, что это огник против. Это проблема того, что есть чарка на каком-то герое, и она срабатывает. Так, отлично. Вот мы на него нападали. Попробуем сейчас с Фрейей зайти. Слить ее и дойти до огника. Понятно, что у меня 30-й прорыв вы напишите. Максимальный тут 12-е. Но я вам скажу, что огник вот такого вот с героями никогда у вас не сделает. А вот теперь ждем, когда мы дойдем до огника. Вы видите, вот я не получаю сейчас, получается, отхила. Не получаю отхила из-за чего? Из-за того, что против меня Фрейя, по которой я бью 18к, соответственно, я там отхиливаю 3700 и огника, по которому там, или даже не ее, ну, то есть я не могу, у меня не с кого отхилить. Все. Вот, блин, хотелось бы, конечно, найти сейчас интересную сборку, чтобы можно было выпустить один на один. То есть не равняйте героев по какому-то показателю. Каждый герой хорош. У этого героя иммунитета дохренище, иммунитет к разбросу. Огник ваш ничего не сделает, если будет разбросики нормальные. Вот, отлично.
Сейчас он Фрейю приходит. Посмотрите, сколько урона по Фрейю приходит. Где вы видели, чтобы Огник вот так вот сливал Фрейю? Да хрен там, нету у Огника столько урона, сколько здесь. Вот, работает недомогание. Супер. Огник ушел в инвиз, плюс 1 700 000. Все, один на один остались. Сейчас будет интересно. Недомогание, а у его... А, он в инвиз уходит. С маскировкой. Вот, маскировка его спасает. Он в маскировке отхилился. Один на один, если он без маскировки, супер вообще. То есть, смотрите, что делается. Понятно, что у нас тут сейчас однозначно то же самое убьют, потому что там маскировка, он уходит в инвиз и хилится. Я ничего тут не могу сделать. Я не могу отхилиться. Но это не показатель того, что этот герой хуже, чем тот. То есть, видите, играют нюансы, играют какие чары, какие таланты используются на героя. Вот это все надо смотреть. Если поставить в одинаковых сборках, ну вот видите, к сожалению, не могу пока никого найти. Совсем разные герои. Попробуем, конечно, если получится у нас. Опять же, куча юнитов. Я тут, к сожалению, тоже, наверное, ничего не сделаю. Убивает изначально юнитов. Вариантов нет. Вот так вот. Поэтому перед тем, как бомбить, разберитесь сначала с героем. Посмотрите, какой он. Поэтому я и рассказываю вам, показываю кучу разных видосов, для того, чтобы вы просто понимали, какой герой для чего, что в нем хорошего. Вот стрелок. Нам пофиг стрелок. Нам просто стрелок пофиг. Он ничего не может сделать. Максимум он у нас порежет опять же тот же самый отхил. Энергию он у нас не заберет. Застанет может, да. Но у нас для этого стоит слон. А где остальные герои деваются? Они просто пропадают. То же самое сейчас будет с Фрейей. Вот посмотрите Фрейя. Работает недомогание, вообще просто люкс. Фрейя опять же тоже с маскировкой. Вышла с маскировки, получаю сразу люлей. Вот Огник. Отлично, отхилился. Сейчас мы до него дойдем. У меня просто получается у героя нету отхила. Если бы мы ему поставили того же самого ангела, нам бы, в принципе, этого хоть как-то хватало. Все, слили Огника. Вы скажете, нет, он издали бьет, там не тот Огник. Тут вопрос даже не в том. Вопрос в общей универсальности героя. Никто не судит по герою один на один. Вот, ледяной, да? Выпускаем. А он там не зарядится так быстро. Он даже не включился толком. Вот, пошли криты, все гуд. Еще смотритель заблокировали, нету никаких проблем. Вот смотрите на Огника. Ну там миссию, там уклонение тоже хорошее. И ESO у нас стоит. Ну вот он дамажит ваших героев. Вот, ну, допустим так, да, дамажит. Но он кого-то убивает. Я бы не сказал. Пытается, но опять же, он тоже проседает. И посмотрите, 9-й там Космо, Фрейя, и он тоже проседает по жизни. Да, он не так проседает, у него 10 тысяч входящего урона. Ну, все, до свидания. Вот резнулся он из-за ожива. Но опять сейчас его опять же точно так же сольют. Выпустим сейчас, попробуем это. Он, конечно, будет юнита, видите, надо Анубис собрать, чтобы юнитов сливал. Потому что без этого никак. Пока юнитов не сольет, он не будет получать нормальный отхил, к сожалению. Это его минус, то, что он бьет юнитов, а не героев. Ну, видите, слился. И Огник тоже самое слился. И тот 30-й прорыв, тот ССО топовый, все, все дела. Ну, поэтому тут... Тут такое, поэтому не стоит судить, скажем так, по герою, по какому-то показателю. Так, что тут у нас в воодушевлении?
Я хочу просто найти какую-то интересную сборку. Везде космос с воодушевлениями. Так, опять этот же. Я не знаю, мы тут ничего сейчас не сможем сделать. Космос с воодушкой. Без вариантов. Да, этот быстрее проседает. Никто не спорит. Ну, так, 30-й. О, отлично. Я попробуем запустить. Так, пошла жара. Зарядили мы космо. Ну вот, вы хотите сказать, что этот герой не имбовый? Он офигенный. Он реально офигенный. Особенно, когда у него есть от чего хилиться. Ну просто песня, посмотрите. Остался у нас Огники Фрея. А, еще и Роза там даже есть. Ну сейчас недомогание, мы их просто шатанем. Некоторых. Роза-то точно должна улететь. А у этих, как видите, у них стоит ограничение и отхил включается. Все. Увы, но вы ничего не можете сделать. Давай Розу сливай уже. Надо просто, чтобы недомогание хорошо залетело. Вот посмотрите, какие криты. Вот не отхиливается Роза. Все, мы сказали ей до свидания. Ну тут Фрея осталась. То есть вот эти вот все нюансы, они играют роль. Почему-то Фрея, блин, ну не может его убить. Он сейчас так и будет висеть. У нас отхил хреновый. В общем, вот так вот, ребят. То есть тут надо исходить с плана универсальности. Надо было Огника выкинуть рядом. А, так, окей, поехали на PvP локации. Еще покажу вам его уже сразу на максималке, что он может. Такс. Вы увидели, какой у нас отхил, все дела. Поехали. Такая вот сборка, недомогание будет, так же оставим его. Поехали на PvP локации, на аренку. Так, включился, отлично. Что у нас осталось? Осталось у нас Фрей, остался у нас Анубис. Анубис у нас сливается по чуть-чуть. Ну, видите, тут разбили мне камень. Но! Выдержал, выдержал. Давайте еще разок. Просто он не успевает всех убивать. Видите, убивают камень. Ну, этих, понятно, он поразносит. Вот вам автопрокер. Сколько дамага, посмотрите. Сколько он наносит дамага героям. Вы скажете, нет, он не крутой, он фигня. К сожалению, нету таких противников, кто мог бы... О, отлично. Утащил некоторых, утащил, утащил, утащил. Вот сейчас вот у него отхил получается 10к только. Ну и Огник вроде никуда не девается. Да, понятно, 30-й прорыв против обычного, но все равно. Я вам это пытаюсь показать, рассказать. Так, давайте попробуем. Ту-ту-ту. И где герои делись? Они пропали. Где Огник делся? Он почему-то пропал. Осталось только Фрея. Как же так? Посмотрите, сколько он наносит дамага.
Вот вам показатель героя. Так, окей. Поехали на забытую, посмотрим. О! О! Поехали. Let's go, baby. Какая боль, какая боль. Вот маскировка. Вот вам явный пример того, как же против него воевать. Да, маскировка. Да, она будет спасать, будет спасать. Я ничего не сделаю. Сейчас опять уйдет Винвиз и отхилится. Я его не смогу убить. Но здесь он не успел. Если сейчас недомогание сработает, все, good. Какие вопросы? То есть каждого героя можно собрать как... антигероя, но это опять же, это уже зависит от того, как вы кого соберете, против кого. Против каждого героя можно сделать сборку. Дедушка жахнул. Жахнул так жахнул. Вот ледяха. Огника могут заморозить. Этому пофиг. Вот включился ледяха и пофиг. Мне пофиг на то, что он включился. Я других героев шатаю. Я пока его не сливаю, зато я могу слить других. А Огник этого не может. Фрей этого не может. Вот так вот. Тут вопрос в иммунитетах, вопрос в универсальности. На сегодня это один из самых универсальных и имбовых героев. Фрейя тоже классная, Огник тоже классный, но они пока не дотягивают до этого героя. Все зависит от того, как вы прокачаете, какие у вас чарки стоят, какие созвездия стоят. Талант, питомец, какая ситуация, какие герои. Поэтому точно сказать, что вот это вот имба, это не имба, нельзя. Но в плане универсальности, я думаю, вы поняли. В общем, вот так вот. Пишите комменты, опять же, бомбите, кто хочет. Я, конечно, угораю с таких комментаторов. Сделай то, сделай то, вот добейте, выбейте героя, сделайте и покажите, заснимите видео, покажите, и это будет только плюс вам. Я показываю, как оно есть, что есть, и я тестирую, поэтому тут, думаю, вопросов у многих нет, все увидели, что я хотел показать, я показал, а дальше уже каждый решает, покупать, не покупать, дорого, не дешево. Герой денег своих, понятно, что, возможно, все герои, Огник тоже в свое время и дороже обходился. На сегодня он не такой имбовый, как оказалось, как другие. То есть тут на вкус и цвет вот так вот. Так, ну давайте еще этого попробуем. А вдруг сейчас нас затащат? Космо. Где Космо делся? Что такое? 30-е прорывы, ребята. Как же так? Я половину героев вынес. Остался кто у нас там? Осталась Фрейя. Ну все, тут у меня отхила просто нет. 4-7 тысяч. Осталось Фрей, остался Огник. Ну как-то странно, он вынес, блин, 3 героя. Жалко, кстати, что Огник не отдельно. И сейчас такие, все, все, не имба. Все, пишите комменты, всем удачи, всем пока.